Добрый день, друзья! Мы с вами оказались на юго-западной ленинградской части Санкт-Петербурга в историческом районе Автово. Сегодня это современная Краснопутиловская улица, которая соединяет, в общем-то, район Автово с Московским проспектом. Улица эта историческая, она появилась еще в 18 веке. Имела разные названия: Краснокабацкая, Царскосельская, Детскосельская. И уже после 56 года целиком вся улица, включая за железной дорогой, получила одно название — Краснопутиловская улица. И мы вот с вами сегодня посмотрим самые аутентичные ранние хрущевские панельные серии домов, которые назывались ГИ, друзья. Это дома, в общем-то, изначально пятиэтажные, которые затем имели очень много модификаций. И вот здесь перед нами две модификации серии домов ГИ, друзья, построенные в 1960-62 годах, друзья. Это, в общем-то, аутентичные хрущевские панельные дома. И эти дома, друзья, представлены здесь шестиэтажным домом, поставленным на торговый коммерческий этаж, выполненный уже в виде каркаса. И этим они замечательные и по-своему уникальны. Это серия G3MI. Вот, и рядом мы видим точечный компактный дом серии G4P. Это шестиэтажный дом. Друзья, перед нами вот тот самый точечный, компактный, шестиэтажный дом серии G4I на Краснопутиловской улице. Ну, во-первых, удивляет, конечно, великолепное состояние дома после, видимо, капремонта или косметического ремонта стен. Очень хорошо видим здесь стыки именно полупанелей, то есть две панели на этаж. Это очень характерно для переходных домов хрущевского времени. Здесь, кстати, друзья, в отличие от домов серии G3MI, появляются великолепные лоджии, друзья. Часть выступает, часть заходит, появляется такая игра тени, света. Очень интересно, что окна смещены, что создает такой мощный боковые, торцевые глухие участки. Интересно, тоже защемленный, очень аскетично, минималистично решенный в духе раннего модернизма плоский навесик без каких-то перил. И вход, что очень интересно, да, происходит именно с отметки земли. Здесь нет ни одной ступеньки. Это, в общем-то, очень современно. Сейчас к этому пришла вся Европа с ее климатом, да. Внутри вас ждет небольшой маршик, а затем вы попадаете в центр дома и уже поднимаетесь по лестнице. Кстати, друзья, в этом доме нет лифта. По современным нормам лифт должен был бы быть уже при этажности более 5 этажей. Здесь 6 этажей. И в этих сериях, это 8-9-этажные дома, лифты были только там. При 6 этажах вы потащите свой рояль или новенькое пианино волоком по лестнице, друзья. Прекрасно сохранившееся наследие, друзья, и великолепный памятник такого свежего, раннего советского модернизма хрущевской оттепели. Чем отличались эти серии? Не только размером, друзья. Один дом является, в общем-то, семисекционным. Здесь 7 парадных,
5 жилых этажей, и на одном этаже, друзья, в одной парадной располагалось всего 2 квартиры, друзья. Это были либо трехкомнатные квартиры площадью, вдумайтесь, 41 квадратный метр, либо четырехкомнатные квартиры, а для советского человека это была уже непозволительная роскошь, но площадью, друзья, 49 квадратных метров. Сегодня 49 метров – это маленькая двушка или большая однушка. А в конце 50-х годов были проекты, вдумайтесь, четырехкомнатных квартир площадью менее 50 квадратных метров. Площади, друзья, так и именовались 15-10-6. Это большая гостиная 15 метров и 2 спальни. Представьте, по 10 и 6 квадратных метров. Если квартира была четырехкомнатной, то добавлялась четвертая комната площадью, вдумайтесь, 8 квадратных метров, друзья. Чем замечательны эти дома? Тем, что ранние серии были вообще из полупанелей и стыковались. Вот здесь это очень хорошо видно, друзья. Посмотрите, здесь не полная панель на этаж, да, а здесь есть еще горизонтальный стык. То есть фактически это полупанель. И вот это очень интересно. Это переходная, друзья, конструктивная схема от вообще блочных позднесталинских домов. Помните дома на, в районе Кузнецовской улицы, да, где мы видим еще позднесталинские дома и раннехрущевские, выполненные из крупных блоков, да, и полноценными уже панельными домами с конструкцией панель на комнату. И вот здесь это дома именно полупанельные. Мы даже видим в более поздней серии 4П, да, V4P, мы тоже видим горизонтальный стык в середине этажа. Что еще интересно, друзья, что в этом доме 7 секций и 70 квартир, да, всего 70 квартир. В этих же домах уже появлялись 1-2-комнатные квартиры, и вот в этом доме, подумайте, до 6 квартир на этаже. То есть при 6 этажах здесь 36 квартир. Конечно же, малогабаритных. Напомню, кухня была 5 метров, санузел совмещенный 2 метра, очень маленький коридор. Еще одна особенность, друзья, которая по современным нормам вообще как бы не проходит, и так строить и проектировать нельзя, это полностью замкнутая лестничная клетка, которая фактически не имеет естественного освещения нигде, кроме верхнего фонаря. И очень характерная для архитектуры 50-60-х годов модная птичка. То есть крыша с внутренним водостоком и вот такой двускатной V-образной конфигурации. Друзья, мы видим, как выглядит дворовой фасад серии G3MI на Краснопутиловской. Мы видим очень интересные уменьшенные окна со двора и входы, которые устроены в нишах, образуемых вот этим вылетом плиты и стен первого этажа подрезки. Здесь выведены вентиляции, технические помещения магазинов и парадные, устроенные в том же техническом или торговом этаже со двора. Ну и характерно очень, друзья, понятно, для лестничных клеток вот эта сдвижечка. Причем сдвижечка, и за счет того, что здесь использованы полупанели, как таковой сдвижки по этаже лестничной клетки нет, она читается только в окнах. В целом, друзья, посмотрите, это законченный ансамбль. Здесь стоят 6 уникальных домов серии G3MI, которые абсолютно больше нигде не повторяются. Вы увидите дома серии G3E на Автовской улице, да, и во многих других кварталах Ленинграда,
и районов Ленинградской области, но дома, стоящие вот на таком торговом этаже, эти серии абсолютно уникальны. Они существуют в СССР только в 6 экземплярах и только на улице Краснокутиловская. Ну и еще одна градостроительная особенность, друзья, посмотрите, что мы находимся на высоком стилобате. То есть дорожная проезжая часть находится где-то на отметке метр-полтора ниже. И если мы посмотрим, то здесь есть ощущение вот такой приподнятости и праздничности. Автомобильный поток опущен вниз. Посмотрите, это видно особенно здесь, где мы находимся на высоком холме. И сюда поднимается довольно большая лестница. Дальше вас ждет сталинская и позднесталинская застройка. А впереди уже вас ждет железная дорога. Ну что ж, вот такой небольшой экскурс по ранней хрущевской архитектуре оттепели. Ее нужно изучать. По-своему она самобытна, интересна. И здесь можно многому научиться. До новых встреч, друзья!